числе актуальных вопросов у горожан остается метеопрогноз, особенно с учетом нынешних аномалий. С 14 на 15 февраля выпала четверть месячной нормы осадков. На расчистку дорог в регионе вышло 362 единицы техники. Что думают жители об уборке областной столицы и ждать ли еще снежного заряда, узнала наша съемочная группа. Огромные сугробы снова появились на улицах Твери. А все из-за мощного снегопада, который в регион принес теплый циклон с Атлантики. За ночь со среды на четверг выпало больше четверти месячной нормы осадков. Так, в Твери общее количество осадков за сутки составило 12 миллиметров. Нагрянувший снегопад снова превратил тротуары в узкие тропинки. Если проезжая часть еще почищена, то вот пешеходам приходится идти с опаской. Обильному снегопаду этой зимой радуются только дети. У взрослых совсем другие эмоции. Многие жители Твери сетуют на коммунальщиков. Во дворах вообще ужасно, конечно. Никто не убирается. И мы удивляемся, что у людей работы нет. А дворников нет вообще никаких. Как, по-вашему, почищен ли город от снега? Нет, плохо. Сегодня я вот не ходила, а вчера это было ужасно. Вот такая узенькая тропочка. Сегодня уже получше, вчера было ужасно вообще, с слезами. Особенно, если куда-то идти, конечно. Скажите, как вам уборка города в этом году? Ужасно. По данным метеорологов, в ближайшее время обильных снегопадов не ожидается. Осадки будут, но умерены. В выходные, рассказывают синоптики, погода будет разнообразной. В пятницу на субботу влияние на погоду начнет оказывать теплый фронт запада. Днем температура поднимется до плюс 2 градусов. Гололедные явления, отложение мокрого снега, вместе с тем, когда достаточно резко меняется температура, это усиление ветра, его направление и скорости, то есть с юго-западного и южного он перейдет на северо-западные, и по скорости будет 5-10 с порывами до 15. В субботу, воскресенье очередной фронтальный раздел, уже холодный, начнет влиять на область. Опять будет мороз и порядка до 2-7 градусов мороза. В начале новой рабочей недели жителей региона ждет небольшое похолодание. Дневные температуры будут держаться в диапазоне от 2 до 7 градусов мороза. Также с понедельника по среду прогнозируется нулевая вероятность осадков и минимальная облачность.